Құрметті инспорт телеарнасының көрермендері, біз қайтадан Астана, еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласындағы орталық теннис үйінен бірінші корттан эфирімізді жалғастырамыз. Қазір бүгінгі осы бірінші корттағы ең соңғы кездесу Руди Бхошале, Индиядан келген жас теннисші қыз және Закарлюк, Украинадан келген теннисші қыздың арасындағы ойын болады. Міне Рутужа Бхошале жасы 25-те, қазір небәрі 2720 орында ITF рейтингісінде Индиян тумасы. Қазір енді осы біздің Forte 60 Women's квалификациясын финалына шығуға дайындалып жатқан жай бар. Бірақ ол финалға шығу үшін Закарлюкке қарсы ойнайды. Ол өте жақсы теннисші. Біздің қазақстандық бүкіл турнирінде қатысып жүрген Закарлюк жұптық сында да, жекелей сында да. Марианнаның жасы 25-те және ол қазір рейтингте, ITF рейтингісінде 419-шы орында. Марианна Закарлюк пен Рутуя Бхошале жайлы ақпарат менің әріптесім Мұрагер Мұратов сіздерге жақсы тарқатып айтып береді. Мұрагер, мархабат. Доброго времени суток, дорогие любители тенниса. Продолжается игровой день на Forte 60 Women's. И крайняя встреча в сегодняшнем игровом дне на первом корте. Марианна Закарлюк и Рутуя Бхошале. На ваших экранах разминаются теннисистки. И у нас есть время ознакомить вас, дорогие зрители, поближе с теннисистками. Достаточно интересная встреча сейчас намечается. Обе теннисистки правши, с левой бьют двумя руками, то есть двуручный бэкхенд, как принято сейчас называть. Плавно рассмотрим мы крайние встречи Марианны Закарлюк. Мы знаем, что у нее было небольшое повреждение, поскольку снялась она с турнира в Анталии. Также W15 первой категории среди ITF-турниров. И в первом круге встречалась Закарлюк с Карпович. И в третьем сете, то есть счет был 6-2, 1-6. И в решающем третьем сете, проигрывая со счетом 4-1, Закарлюк снялась с турнира. Но это было достаточно давно, в ноябре 2021 года. И с тех пор мы в одиночном разряде эту девушку не видели. А в парном разряде, как сказал мой коллега, достаточно неплохую игру показывала Марианна Закарлюк. И не раз участвовала на турнирах, проведенных в Казахстане. Крайний из них это W25 Караганда. И в одиночном разряде Закарлюк дошла до 1/4 финала, где встретилась с Викторией Марвайовой и в двух сетах потерпела она поражение и вылетела с турнира. И Марвайова, и Закарлюк участвуют и в этом турнире, однако ее бывшая соперница вот в предыдущей игре как раз таки потерпела поражение и в первом круге вылетела от российской теннисистки. Всего 25 лет Марианне, и на данный момент в рейтинге WTA занимает она 419-ю строчку. О ITF мы говорить не будем, поскольку если рейтинг WTA есть у теннисиста, это уже говорит о том, что теннисист достаточно именитый и есть определенные регалии. А Марианну Закарлюк мы знаем также по выступлениям в паре с нашими казахстанскими теннисистками. Мы помним выступление ее в паре с Екатериной Дмитриченко в одном из турниров. И я думаю, для вас, дорогие зрители, имя этой украинской теннисистки давно знакомо. А вот что касается ее соперницы, Рутуя Бхошале, или как ее называют, занимает 498-ю строчку в рейтинге WTA, также 25 лет, как и ее оппонентки. Крайний турнир Рутуи был в Египте,
Дошла она всего до 1/8 финала и там потерпела поражение от Анны Захаровой, россиянка, которая также выступала у нас в столице в рамках турнира WTA 250. Если помните, в осенью прошлого года, достаточно недавно этот турнир был, и Захарова, если помните, играла с Зариной Диас в 1/8 финала, неплохую борьбу она выдала, но все-таки Зарина одержала на ней победу. Так вот, все имена переплетены, и как сказал один известный нам поэт, все переплетено, поэтому не отвлекайтесь. Встреча уже началась. На подаче Марьяна Закарлюк. Аут. 15-30. Выходит вперед индийская теннисистка. В 2022 году всего лишь два матча сыграла Рутуя Пхошале. И одно поражение, одна победа на ее счету на турнире в Шарм-эль-Шейх в Египте. На ее счету есть победа на турнире W15 в Солапур в Индии. В родных стенах Пхошале выиграла тот самый турнир и заработала 15 тысяч долларов призовых. Но с тех пор не самым лучшим образом продвигается ее карьера. Тем временем давайте вернемся на корт. Счет по 30 на подаче Марьяна Закарлюк. Браво! Как принимает Пхошале, и 30-40. Не ожидала Закарлюк такой прием. Прямо на соперницу Пхошале направила мяч. Отличная подача. Счет снова равный. И уже в первом гейме этого матча мы видим достаточно плотную борьбу. И, на мой взгляд, эта борьба будет продолжаться на протяжении всего матча. Я напомню, что на первом корте, с которым мы сейчас ведем трансляцию и комментируем для вас, дорогие зрители, еще не было матчей, трехсетовых матчей, поэтому то, что две сильные теннисистки встретились в первом квалификационном раунде, говорит об уровне организации и об уровне теннисистов этого турнира. Слетает мяч с ракетки Пхошале, и у Закарлюк есть преимущество. Подача была на самом деле не самой мощной, поскольку первую она промазала. И поглядим, нужно попадать с первого раза Марьяне. Неплохая у нее подача, достаточно мощная, ну и траектория мяча имеет небольшое вращение, что является немного некомфортным для соперника. И тем временем, как эффектно заканчивает первый гейм этого матча Закарлюк. Или все-таки нет, поспешили мы. Да, если счет сейчас по 40, нет, значит, первая подача ушла в аут и будет перебивать Закарлюк. Да, двойная ошибка. Есть двойная ошибка в этом матче.
И снова промахивается Закарлюк. Вот это да. Казалось бы, первый гейм уже в кармане у украинской теннисистки, но не тут-то было. Две двойные, и Пхошале имеет хорошую возможность совершить брейк в дебютном гейме. Ровно. Мажет первую подачу Марьяна. Как вы могли заметить, меняет она направление своей подачи, дабы не привыкала ее соперница к подачам. Но здесь хорошо в сторону трибун подает Закарлюк. И не ожидала этого Пхошале. Вот о чем я говорил ранее. Закарлюк, меняя направление своей подачи, пытается запутать свою соперницу, и это срабатывает. Сейчас, казалось бы, не самая мощная подача, но эйс на свой счет Марьяна записала. И вновь неудачная первая подача. Аут. На приеме Пхошале на сей раз не ошибается, поскольку не самая мощная, повторюсь, была подача. И мы видим своеобразные качели в дебютном гейме этого матча. Борьба характеров, так скажем. Прекрасно, эйс! В зону А сейчас направила мяч. Давайте, дорогие друзья, я вам немного объясню. Подача мяча и этот большой, этот маленький квадрат, куда направляется мяч, делится на зоны, именно отсчитывая от задней линии, если поделить на три части, это зона А, Б, С. А – та, что ближе к центру, Б – посередке, С – в сторону трибун. Есть также зона Д, которая чуть выше трибун. Как правило, подавать в зону Д это достаточно рискованно, поскольку есть вероятность того, что теннисистка может попасть в аут. Ну и сейчас мы видим, как Закарлюк в эти все три зоны попадает в первом гейме. Сейчас преимущество на стороне украинской теннисистки вновь. Аут. Не справляется с приемом Пхошале. И вновь Закарлюк выходит вперед. Очень долгий гейм. Действительно, борются теннисистки. Ну и видим мы, что Закарлюк не может до конца реализовать свои подачи. Казалось бы, можно делать то, что она умеет делать. То, что она делала и на протяжении вот первого гейма, но вновь. Двойная ошибка, и снова счет равный. Не хватает пока концентрации, но я думаю, на протяжении всего матча концентрация будет появляться, и из гейма в гейм должны теннисисты прибавлять. Поскольку есть еще такая проблема, как адаптация к корту, к поверхности. Аут.
И уже преимущество у Бхошале. Сумеет ли теперь Марьяна справиться с нервами, с волнением? Она уже оказывалась в такой ситуации несколькими минутами ранее из-за двух двойных ошибок. Аут! И дебютный гейм этого матча уходит в пользу индийской теннисистки. Брейк сразу же совершает Бхошале, и мы продолжим вновь после небольшой рекламы. Ғаламат тарихтарды жақсы көресің бе? Әлде спортты сүйесің бе? Кез келген құрылғыдан көруге болатын BTV-дің 130 арнасынан және 20,000 телехикаясы мен фильмдерінен ұнатқаныңды көр. Я құрметті көрермендер, негізі бірінші гейм 10 минуттай уақытқа созылғаны анық. 10 минутта кейбір ойындарда бізде сеттің жартысында көріп қалған жайымыз бар. Әрине бүгін. Енді Рутуя Бхошаленің соққыларын көрейік. Қазір корт алмасу сәті және Үндістаннан келген теннисші бірінші болып, бірінші рет, анығырақ айтқанда, допты ойынға қосады. Он без тенор, там аша, екінші соққысынан ұпай алып отыр. Негізі Марьяна Захарлюк бірінші геймде өзінің соққыларын алуда, өзінің соққыларын алмауға қарағанда жақын болған еді, бірақ оның бірінші соққысы өтпесе өте қиын екен украиналық теннисші қызға. Соны ескерген Бхошале қазір енді сол оқулықты қайталай ма екен, әлде жоқ па? Екінші рет қатарынан оның бірінші соққысы өткен жоқ. А вот 30-0. Мне там аша бастама. Осы ойынға дейін екі қарсыласы бір-бірінен кездеспеген екен. Алғашқы ойындары. Екеу құрдас. Бір жылғы, бір жаста. Тамаша. 30-15. Қысқартылған топқа үндістандық теннисші жете алмады. Бхошале. Есеп 30-15. Марьяна Захарлюк осылайша бірінші рет ұпай алып отыр. Алдарыңызда Марьяна Захарлюк. Осы ойының басында ойыны жүрмеуде. Осы кездесу басында соққылар жойқын болмауда. Екі бірдей брейк пойнт болған Бхошаледе соның үшінші кезеңінің қарсыласы подачасын алған және қазір міне қателік. Форхендтан есеп 40-30. Аут және есеп 2-0. Осылайша Бхошале қатарынан екі гейм алып отыр. Қазір енді көрейік. Захарлюк міндетті түрде үшінші геймді өз қоржынында сақтап қалу керек. Әйтпесе қиын болады. Әйтпесе бірінші ойының бірінші кезегінде үндістандық теннисші қызды құттықтай беруге болатын шығар. Форте Алпс Вуменс турнирі бұл біздің елімізде Нұрсұлтан қаласында өтіп жатқан алғашқы турнир. Осы жылдың басында. Аут.
қателік. Бұл жерде есеп ұлғайды. Хошали алғашықта 15-0. 0-15 нақтырақ айтсақ, ал Закарлюктің соққылары өтпей жатыр, құрметті көрермендер. Оның басты қаруы осы соққы, бірінші соққы. Бірінші соққы өтпесе енді қиын. Міне өтті. Доп ойында қысқартты Хошали, үлгерді Закарлюк және тамаша. Міне торың жандағы айқаста Хошали үстемдікті танытты. 0-30. 0-30. Осылайша қазір Закарлюк қарсыласына тағы брейкпойнттар сыйлауы мүмкін. Оған жеткізбеу керек. Ол үшін бірінші соққыны сенімді бағыттау керек. Аут. 15-30. Бұл жердегі енді соққысы көмектесті. Тамаша бағыттады. Тағы да тамаша соққы, есептен 30-30. Міне, біздің айтқанымыз осы еді. Закарлюктің осындай соққылары өсіп, Хошалиге қиын болады. Марианна. Аут гейм және есеп 2-1. Друзья, хочу вам напомнить, что трансляция осуществляется при поддержке 1xbet, спонсора спортивных эмоций. Четвертый гейм на носу, и будем ждать подачи в Хошале на ваших экранах. Марианна Закарлюк, сумела она реализовать свою подачу, и, соответственно, счет 2-1. Да, теперь задача Марианны забрать подачу соперницы. Но Хошале очень уверенно в предыдущем гейме показала, как может подавать. Поглядим. Четвертый гейм начинает Рутуя Хошале. И достает! Прекрасно, прекрасно. Закарлюк на самом деле достала до самого конца. Доиграла эпизод, но и Хошале перестраховалась, не выключилась, что позволило ей набрать первое очко в этом гейме. С характером у теннисисток полный порядок, можно заметить. Тем временем Хошале мажет первую подачу. Обратите внимание, где стоит Закарлюк. Ну же.
Так принимать нельзя. 30-0. Уверенно Пошале ведет на своей подаче. Преждевременно Закарлюк пыталась сразу же контратаковать и ошиблась сейчас на приеме. Тридцать 15 отыгрывает Закарлюк. Одно очко. Своего рода перестрелка была на задней линии. Но переведя направо, Закарлюк сумела сократить дистанцию, приблизившись к сетке. И как итог сократила отставание до минимума. А здесь Рутуя ошибается по 30. Можно заметить, что в подаче у Марьяны Закарлюк есть преимущество. В отличие от нее, Рутуя слабее, намного слабее подает. Даже сравнивая первые подачи двух теннисисток, скорость намного отличается в пользу украинской теннисистки. Аут. 30-40 и заявочка на брейкпоинт. Промахнулась Рутуя с первой попытки. Да, отыгрывает свою подачу Закарлюк и совершает брейк. По два. Поглядим теперь, как Марьяна сумеет сыграть на своей подаче. И сравните, дорогие зрители, скорость подачи теннисисток. Жаль, что мы не имеем цифры, но на минимум 20-30 километров в час быстрее летит мяч после подачи Марьяны Закарлюк. И привыкла она уже к подаче соперницы. И достаточно легко делает брейк. Мощная подача, но не точная. Вторая попытка Закарлюк. Слетает мяч с ракетки у Пхошале. 15-0. И, соответственно, мощная подача Закарлюк и отскок от покрытия немного неудобен для Пхошале. Заметно меняет траекторию мяч и вновь подтверждает мои слова Закарлюк. Эйс 30-0. Мощнейшая подача просто пригвоздила мяч прямо в зону С.
не справляется вновь с приемом. Рутуя 40-0. Довольно быстро развивается событие в пятом гейме. Рутуя начинает немного нервничать заметно по походке и мимике индийской теннисистки. Конечно, ей нужно быть немного собраннее, поскольку счет еще равный. Но после таких подач наверняка и мы с вами, дорогие зрители, стали бы нервничать. Сухую забирает пятый гейм за Карлюк. Счет становится 3-2 в пользу украинской теннисистки. Небольшая рекламная пауза. Любишь эпичные истории? Или ты не забиваешь на спорт? Выбирай любимое из 130 каналов BTV, и более 20 тысяч сериалов и фильмов доступно на любом устройстве. И құрметті көрермендер, қазір брейк геймнен кейін енді Закарлюк Марианна есеп бойынша алды 3-2. Қазір енді Рутужа Бхосалені көретін боламыз ойында. Оның соққылары Марианна секілді мығым емес, жойқын емес, сондықтан да Марианнада мүмкіндіктер болады. Көрейік енді Марианна өзіне байланысты украиналық теннисші көптеп Қазақстан қалаларында өткізіліп отқан турнирлерде болады, жұптық сында да, жекелей сында да, осы кортта да ойнаған. Негізі Нұрсұлтандағы корттардың артықшылығы олар тез. Закарлюктің ойын мәніне келетін корттар. Көрейік. 6-шы гейм және Бхосаленің ойын допты ойынға қосу сәті. Аут. Екінші рет соққы бақтайды. Үндістандық теннис шығыс. Нөлде 15, е бұл жүрді аут болмаған екен, және Рутужа бірден бас төрешіге қарап, неге бұл жүрді аут болды емес пе, неге сіздер айтқан жоқ сіздер деп ринжі үстінде. Нөлде 30 міне. Закарлюк енді кіріскен сияқты. Әлі де мүмкіндік бар брейк пойнттарға жетуге украиналық қызға. Айтып болмағанша 2-1 брейк пойнтқа ие болып отыр. Қош әлі. Және де қазір Закарлюк қатарынан 3-1 геймде ұтуға жақын. Отызғырық, өте жақсы бірінші соққы. Бір брейк пойнт. Есепте 40-40. Өте тамаша, хавкорттан форхендпен бағытталған соққы еді, және де
Бухошале есепті теністіріп отыр. Мариана Закарлюк керемет мүмкіндіктен айрылды, бірақ қазір келесі соққыларда да, келесі ойын сәттерінде де бұл тенісші украиналық теннисшіде мүмкіндіктер әрине болады. Гейм аяқталған жоқ әлі. Және де қателі Корхентан Закарлюк түзу сызық бойымен бағытталған соққыны торға бағыттап есепті енді Бухошале алдыдан есепте. Бірінші соққа аспады. Екінші мүмкіндік бар есептен естіруге. Және аут. Қосарланған қателік. Есеп 40-40. Қайтадан басталады. Қайтадан басталады бұл геймдегі жеңісті. Ұтуға кім жақын? Закарлюк па әлде Бухошале ме? Аут. Қайтадан үстемдік. Есептен есті. 3-3. Міне осылайша 15-40 есебінен өзін құтқарған Бухошале қазір есепті теңестіріп отыр. 3-3. Енді Мариана Закарлюк топты ойынға қосады. Теннисші қыздар бір-бір реттен өздерін соққыларын ала алмаған. Және де қазір бірінші сеттің ортасында, бірінші сеттің ең маңызды геймдерінде кім өзін соққысын қарсыласына беріп қояды, сол да ұтылысқа жақын болатын сияқты. 0-5. Міне, бэкхенд соққысы өткен жоқ. Негізі Бухошаленің қабылдауы жақсы болатын, аяғына дәл берген Закарлюктің. Бірақ Мариана қарымта шабуылда қателікке бой алдырды. Есеп 0-15. Тамаша бірінші соққы. Есептен 15-15. Басты қаруын іске қосты Закарлюк. Тамаша соққы болады. Және есептен. Осы ретті өтпеді. Абай болу керек қазір. Отызда 15. Қатарынан 2 доп ұтып алды Закарлюк. Мариана. Мариана Закарлюк квалификацияның 11-ші ракеткасы. Осы жұпта ұтқан теннисші квалификация финалында Наги Ханатани немесе Анастасия Поплавская қарсы ойын көрсетеді. Наги Ханатани ол жапониялық жас теннисші қыз. Болашағынан өте бір жақсы үміттер күттіретін Жапонияның қыздарының бірі. Есептен есті 30-30. Міне, Закарлюктің соққысы өтпесе осындай жағдайлар көп орын алады. Бухошалеге ол керек. Соны күтіп отырғандай. Негізі Үндістанда теннис өте жақсы дамыған. Бұл мемлекеттің жұптықсындағы ерлердің еңбегін атап кету керек.
көп жылдар. Бірінші номерлі ракеткаларда болған Бухати мысалға. Және де көріп отырмыздай, қыздары да осал емес. Өте маңызды ұпай. Есеп 30-30. Жете білді Бухати. Мына жерде және қараңыздар. Үлгермеді Бухошали. Есеп 40-30. Гейм бол. Тамаша. Үй тапсырмасын деп айтуға болады. Закрылық орындады. Бұл негізі классикалық ұпай бөлісі. Өте жақсы. Бірінші соққы және де қарымта шабуылда бос алаңға лақтыра салу деген бұл нағыз өнердің шыны теннистегі. Гейм бол. Және де міне осындай тамаша эйспен закарлюк геймді қорытылады. 4-3. Дорогие зрители, счет 4-3, хорошим эйсом завершает седьмой гейм Закарлюк. В теннисе принято считать, что седьмой гейм имеет краеугольную важность и определяет победителя сета. Ну что ж, посмотрим эту теорию не раз. Опровергали, но в большинстве случаев она верна. Поглядим сейчас на подачи в исполнении Рутуи Бухошали. А тем временем хотел бы вам напомнить, что матчи международного турнира ITF W60 вы можете посмотреть в спортивном разделе на BTV. 0-15. Ошибается Бухошали. К слову, отдала она одну... Один гейм на своей подаче Закарлюк, а в дебютном сама совершила брейк, поэтому показатели у нас пока ничья 1-1. Счет по 15. Не справилась с приемом Закарлюк. А здесь мажет с первой подачи Бухошали. Прямо на соперницу, на заднюю линию сыграла Марьяна и не сумела подстроиться под мяч Бухошали, вследствие чего ошиблась. 15-30. Очень эффектно выглядит Марьяна Закарлюк и также эффектно играет. Своими подачами обеспечила она пока положительный для себя результат со счетом 4-3, 8-й гейм. И здесь ведет Закарлюк. И браво! Вот это форхенд. 15-40. И снова попадает Закарлюк на заднюю линию и совершает брейк. 3-5. Украинская теннисистка делает хорошую заявку на победу в первом сете. В предыдущем гейме она сумела на своей подаче с легкостью забрать гейм.
а сейчас не дает своей сопернице ровным счетом сделать ничего. 5-3. Подача Марьяны. Эйс, 15-0. Честно говоря, я уже сбился со счету, какой эйс в первом сете в исполнении Закарлюк. И самое интересное, что она меняет направление мяча. И это вдвойне усложняет жизнь соперницы, поскольку и так мощная подача. А когда она неожиданная, когда не можешь предугадать, куда же полетит мяч, сложно среагировать. Это по телевизору кажется, что мячи летят медленнее. Но если вы, дорогие зрители, окажетесь на стадионе и увидите это воочию, среагировать на самом деле очень тяжело. Тем более, когда у теннисистки или у теннисиста такая мощная подача. Я к чему клоню, дорогие зрители? К тому, что у вас есть шикарная возможность, если вы находитесь в столице, посетить матчи турнира Форте 60. Будет турнир длиться до 27 февраля. Вход бесплатный. Главное, чтобы у вас было желание и зеленый статус в Ашике. 30-0 мажет первую подачу Закарлюк. На сей раз хорошо Пхошале принимает и доводит контратаку до завершения. 30-15. Начала огрызаться Рутуя, и нужно сейчас навязывать свою игру, иначе сет может уйти сопернику довольно-таки легко. И также повторюсь, что всего одна подача соперницы отделяет Пхошале от ничейного результата. Условно, если сейчас индийская теннисистка выигрывает гейм на подачу соперницы, затем забирает свой, итого 5-5, быть может, мы увидим даже тайбрейк. Это все возможно. И сейчас кому-то может показаться, что поражение в первом сете Пхошале неизбежно. А я с вами соглашусь. Действительно, против таких подач очень тяжело работать. И 40-15 сетбол. Два сетбола на счету у Закарлюк. И я так думаю, с подачи она одну из них точно реализует. И да, с форхенда заряжает в угол и не оставляет своей сопернице ни шанса. 6-3. На этом завершается первый сет. Увидимся после небольшой рекламы. Барлығы қателесетінін естен шығармау керек. Тіпті ең мықтымызды. Шешім қабылдаудан бас тартпа. Бізді күтетін керемет эмоциялар үшін. Бізді шынымен де жанды ететін эмоциялар. Кейде дұрыс таңдау жасау оңай нәрсе емес. Шешім қабылдаудан бас тартпа. Жолдың аяғында бізді күтетін керемет эмоциялар үшін. Бізді шынымен де жанды ететін эмоциялар. Ғаламат тарихтарды жақсы көресің бе? Әлде спортты сүйесің бе? Кез келген құрылғыдан көруге болатын BTV-дің 130 арнасынан және 20,000 телехикаясы мен фильмдерінен ұнатқаныңды көр. Time.
На ваших экранах лучшие эпизоды с первого сета. И, конечно, украшением первого сета стали неберущиеся подачи в исполнении Марьяны Закарлюк. Второй сет и начнется он с подачи Рутуи в Хошале. Аут, очень жаль, здесь перехитрила свою соперницу индийская теннисистка, но исполнение немного было неточным, и 0-15. По 15. Ошибается сейчас Марьяна. Обе теннисистки в физическом плане неплохо сложены. И по росту мы видим, что примерно одинаковые. И по длине конечности все достаточно равно. И только есть преимущество у Закарлюк. Хорошее преимущество в подаче и силе удара. Очень круто развита верхняя часть тела Марьяны Закарлюк, в отличие от соперницы. И по большому счету это и дает преимущество украинской теннисистки, поскольку, так скажем, и по интеллектуальным способностям на корте, и по физическим показателям все практически равно. Только одно но: у Закарлюк очень мощная подача. И во многом поэтому сейчас она ведет после первого сета. Хотя в самом начале матча, в дебютном гейме, Марьяна проиграла свою подачу. И, быть может, это даже пошло на пользу, так как множество подач она исполнила уже в дебютном гейме. И поэтому пристрелялась, скажем так. Тем временем счет по 40 в дебютном гейме второго сета на подаче Рутуя Пхошале. Пока не удается индийской теннисистке забрать свою подачу. Хорошо обороняется Закарлюк. И с приемом у украинской теннисистки полный порядок, как вы могли заметить. Аут. И первый гейм достается Рутуи Пхошале. 1-0. Неплохое начало для индийской теннисистки. И очень воспитанная теннисистка. Видно по ней, она так учтиво обходится со своей соперницей, как на корте, так и за его пределами. Пропускает она вперед. В этом моменте было видно четко Марьяну Закарлюк. Небольшая пауза. Как вы знаете, дорогие друзья, в связи с недавними нововведениями, после первого гейма, как и раньше, теннисисты не имеют права уже отдыхать. И есть право просто воспользоваться полотенцем, выпить водички, и сразу же приступаем мы ко второму гейму, который будет на подаче Марьяны Закарлюк. Прекрасно. Хошале здесь замучила, так скажем, Закарлюк, и зарабатывает первые очки на подаче соперницы. Хорошо приняла. Самое главное сейчас для Рутуи — это показать максимальную адаптивность.
под подачи соперницы. В первом сете весь разговор и был о подаче Марьяны Закарлюк. То, как она исполняет, то, как она направляет. И нужно делать выводы. Рутуи, но нет. Закарлюк сразу же эйсом доказывает обратное. По 15. Аут. Не попадает. Марьяна направляла на мяч в сторону трибун и вновь туда же. И не справляется с приемом по шале. И, как вы могли заметить, она показывала всем видом, что пойдет туда. Хотя, я думаю, в подсознании она думала, что мяч будет, скорее всего, направлен не в тот угол. Но, как итог, доля секунды, которые ушли на сомнения и на принятие решения, повлияли на исход предыдущего розыгрыша. 40-15. Уверенно, Закарлюк ведет на своей подаче. И еще немного, и Пхошале, я думаю, начнет уже нервничать. Ничего, практически ничего она не может поделать с подачей соперницы. И вновь направляет в сторону трибун Закарлюк. Давайте поглядим, повторит ли этот удар или в другую сторону направит. Ближе к середине, 40-30. Сокращает отставание до минимума Рутуя. И заряжает она себя. Готовит себя для того, чтобы совершить хороший прием. А в то время Марьяна очень спокойно в своем стиле готовится подать. Прекрасно! Эйс! По одному. Во втором сете. Өте тамаша теннисті көрсетуде қазір Марьяна Закарлюк бірінші партияда бірінші сетте 3-2 есебімен ұтылып жатып, міне қатарынан 4 гейм ұтып алып бірінші сетті аяқтады. Керемет, керемет жетістік. Және көрейік енді қазір Марьяна Закарлюк допты қабылдайды. Қателік. Бірінші қателік. Есеп 15-0. Рутуя Пхошале өте тамаша бастап отыр бұл геймді. Қазір Үндістаннан келген теннисші қызға қателесуге болмайды. Бірінші соққы өткен жоқ. Торға тиіп кетті. Сондықтан да бас төреші ойын сәтін тоқтатты. Аут. Екінші мүмкіндік. Марьяна Закарлюк қолын көтеріп тоқтай тұршы. Әлі допты ойынға қоспа, мен өз орныма қайтып келген жоқ дегендей пәрмен берген. Тамаша! 30-0. Міне. Рутуя Пхошале. Қателікті күтті Закарлюк. Сол қателікті жасаған Пхошале қазір енді келесі ойын сәтінде абай болу керек.
бір брейк қана осы сөттің тағдырын шешіп кетуі мүмкін. Аут. 30-30. Керемет мүмкіндік қой мұна қазір. Марианнаға. Керемет мүмкіндік. Аут. Тамаша қабылдау. Және де 40-30. Қателесті ғой Закарлы. Қателесті. Out. Есеп 40-40. Міне есеп тенесті. Енді қызық. Енді кім ұтатына сенім аз, сенім жоқ. Бұл жерде кез келген ойыншы ұпайларды ұтуы мүмкін. Нақты міне Закарлюк немесе Пошале ұтатынына айта алмаймыз. Қазір Пошале алға шықты. Және де Бошале гейм деген пәрмен берді, есеп 2-1. Любишь эпичные истории? Или ты не забиваешь на спорт? Выбирай любимое из 130 каналов BTV и более 20 тысяч сериалов и фильмов, доступных на любом устройстве. Бірінші құртқа қайта нұрламыз, құрметті көрімендер. Бұл құртта Пошале мен Закарлюк арасындағы екінші сеттегі есеп 2-1. Әзірше брейк жоқ, екінші сетте брейктер болған жоқ. Екі рет өзінің соққысын Пошале ұтып алса, бір рет Закарлюк Марияна өте оңай ұтып алған еді. Қазір көрейік, енді екінші сеттің ортасына таманда мүмкіндіктер болатын сияқты. Закарлюкте деді, Пошале деді. Бұл енді өте маңызды кезең, өте маңызды екінші сеттің ортасы. Күтейік, қарайық, жанкүйер болайық. Бесте нөл. Жақсы бастама. Закарлюк. Бірінші сетті ағыдай. Ұтылып жатыр. 30-0. Бұл жерде эйс. Эйс. Сызықтың үстіне дәл деген доп. Және де Пошале сенбейді, бірақ сенбеске амал жоқ па?
бас төреші доптың алаңға тигенін растады. Ендеше 30-0. Бұл жерде анық тимеген. Сезон без Тамаша Винерс. Харсласен. Кортен. Аржана. Артжана. Шраптаста. Пузе. Босай Макка. Допт Халтраникен. Вот уже Бухосхале. Если под Сезон без. Бірінші соққы өткен жоқ. 45-15. Тамаша. Осы орайда біздің трансляцияның спорт эмоцияларын демеушісі BrixBet қолдауымен жүргізуде. Және де ITF W60 халқылық турнирінің матчтарын BTV спорт бөлімізден қараңыздар. Екі бірдей геймпойнтқа ие болды Марианна Закарлюк. Және сол мүмкіндіктерді қазір пайдалануы қажет. Міндетті түрде пайдалануы қажет. Бірінші соққы тамаша эйс. Бұл көрсеткіш бойынша енді Закарлюкті қуып жету Бұқош Олеге өте қиын болады. Есеп 2-2 теннисті есебіміз. Енді көрейік, қазір 5-ші маңызды геймдерде тым қалай өнер көрсетеді. Бүгінгі ойындардың ең бір тартысқа толы, ең бір тегеурінді ойындар екен. Айдын анық, осы ойынға дейін бүкіл спортшы қыздар квалификацияның финалына жолдама алған қыздар 2-0-1, 6-1, 6-2 есебімен оңай ұтып бір жолдастық кездесу өткізгендей болды. Ал қазір Закарлюк та Бухошалиде бүкіл барын салып ойнауда. 15-0 форхеттен қателесті Закарлюк, және де есепте үндістандық теннисші қыз алға шықты. Асықпайды. Соққысы сонса бір жойқын емес, бірақ та өте дәл екен. 15-15, міне форхендтен бэкхендтен қателесті үндістан теннисшісі. Ондай қателіктерді жіберуге болмайды бостан бос. Отсюда он без Бухошалиден соққысын қайтар алмады қарымта Закарлюк. Сол себепті есеп өзгерді. Өте ұзақ топты ойға қосады екен. Екінші сеттің барысында Бухошали. Аут. Үлкен аут. Үлкен қателік.
Қырқтан бес. Тамаша Венерс. Өте сенімді түрде бұл ұпайды Хошале өз қоржында қалдырды. Және бірдей екі гейм пойнтқа ие болып отыр. Тамаша мүмкіндік. Есепте қайтадан алға шығуға. Және бұл мүмкіндікті қолдана ала білу керек. Е, үште екі. Хошале. Алда. Три-два. Рутуя, Хошале ведет. Пока во втором сете. Друзья, я хочу вам напомнить, что спонсором данной трансляции является букмекерская контора 1xbet. Спонсор ярких эмоций. Тем временем показывает нам крупным планом. Рутую, Хошале. Неплохо идет она во втором сете. Пока достаточно равная игра наблюдается и не отдает свои подачи Рутуя и также Закарлюк. На своих подачах очень уверенно выступает украинская теннисистка. Быть может, и до тайбрейка мы дойдем во втором сете. Что-то мне подсказывает, поскольку Рутуя не собирается сдаваться, несмотря на первый сет был очень удачным для Марьяны. Подачи неплохо так шли. Да и в этом сете мы видим то же самое практически. Промахивается Хошале 15-0. В чем главная фишка и особенность тенниса как вид спорта, это то, что в каждом сете у спортсмена появляется возможность на то, чтобы перевернуть игру. Условно говоря, вот сейчас мы увидели 6-3, казалось бы, да, что Марьяна Закарлюк уверенно забрала первый сет, и что во втором сете она также должна выигрывать. Но нет. Рутуя Хошале прекрасно это понимает, и во втором сете, когда при счете 0-0, все заново начинается, и заново она входит в игру и ведет борьбу. Пока ведет. 3-2. Тем временем мажет первую подачу Закарлюк. Хорошо, хорошо здесь действует. И у Хошале не было шанса. 40-0. По-прежнему уверенно на своей подаче Закарлюк забирает шестой гейм. А вот в седьмом будут страсти, на мой взгляд. Как я говорил ранее, седьмой гейм является решающим в сете. Это не только я говорю, это среди теннисистов, экспертов бытует такое мнение, такая теория. И она подтвердилась в предыдущем сете. Забрав подачу соперника, Закарлюк одержала победу в сете. Гейм. По трем. Счет становится. И на подаче Рутуя Хошале. Прекрасно действует Закарлюк. И знаете, что можно заметить? Не любят теннисистки играть слайсом. То есть очень редко делают резанные удары.
больше такой физически. Теннис показывают обе спортсменки. Вторая подача индийской теннисистки. Аут по 15. Ошибается Рутуя. 15-30. Седьмой гейм. Пока ведет Закарлюк. Тем временем, дорогие зрители, я напомню вам, что турнир пройдет с 21 по 27 февраля. Это крайняя игра в сегодняшнем игровом дне. И в общей сложности, почему цифра 60 присутствует в названии этого турнира? Поскольку 60 тысяч долларов является призовым фондом. И в данном турнире примут игроки из топ-100 и 200 мирового рейтинга. Среди них есть бельгийка Грет Минен, победительница 4 турниров большого шлема в парном разряде, венгерка Тимея Бабыш, британка Хэрит Дарт, японка Мия Хантама, украинка Дарья Снигур и многие другие. Ну и в том числе наши молодые соотечественницы примут участие в основном турнире Форте 60. Поэтому будьте всегда на канале InSport, и игровой день начинается ровно в 10:00 по времени столицы. Что касается победителя этой пары, либо Марьяна, либо Рутуя в финальном раунде квалификации встретятся с победителями пары Попславская Анастасия и Наги Ханатани. Но по рейтингу победитель этой пары, то есть Закарлюк и Пхошале, по рейтингу сильнее, чем их будущие соперницы по финалу квалификации. Восьмой гейм на подаче Закарлюк. Друзья, седьмой гейм выигрывает Пхошале. И давайте понаблюдаем, действительно ли работает теория седьмого гейма. Сейчас на подаче Марьяна Закарлюк. Мажет. Аут, ошибается. Рутуя по 15. 15-0, прошу прощения. Затяжной первый розыгрыш мы видели. И сейчас будет стараться всеми силами индийская теннисистка забрать подачу соперницы, дабы
не усложнять себе жизнь во втором сете. Однако тяжело это будет сделать. Закарлюк пока подает отлично. Я бы даже сказал превосходно. По 15. И вновь неожиданная подача. Сейчас можно заметить, что Хошали ожидала подачу в сторону трибун и выбрала себе позицию, и очень тяжело дотянулась до мяча. Направила Закарлюк ближе к центру свою подачу, и вследствие чего достаточно легко добила соперницу по 15. Аут. 15-30. Хошале выходит вперед. Прекрасно, Хошале! 15-40. Два брейкпоинта. Вот это да. Терпеливо ждала она своего момента и дождалась. Прекрасная заявка на то, чтобы сделать брейк. И если счет будет 5-3, то мы, быть может, даже и до тайбрейка не дойдем. Давайте поглядим. Закарлюк сейчас Марьяне нужно справиться в первую очередь с собой. С нервами, с переживаниями. И подавать так, как она умеет подавать. Ошибка. 30-40. И уже до минимума сократила Марьяна отставание. Аут. Сравнивает счет в этом гейме Марьяна. И вновь хорошая подача. И вновь Рутуя не справляется с приемом. И снова аут. Преимущество уже у Марьяны. И не понимает сейчас Хошале, что же сейчас происходит. Казалось бы, в 2 очка она ведет. И нужно просто до конца доделать свое дело в 8-м гейме. Но нет. Хошале это не получается. И 4 к ряду очка отдает на своей сопернице. Снова ровно. По 40 подача Марьяны Закарлюк. Хорошая подача. Ну и как принимает Хошале? Уже преимущество уходит к индийской теннисистке. Подловила свою соперницу. И не ожидала Марьяна, что прием пойдет прямо в ее сторону. И, как следствие, не сумела подстроиться под мяч. Преимущество у Хошале. Подача.
И как на противоходе теперь Марьяна ловит соперницу. Снова ровно. Неудачная первая подача. И снова преимущество уходит к индийской теннисистке. Качели. Качели мы с вами наблюдаем, дорогие зрители телеканала InSport. Но битва характера в первую очередь не сдается. Хошале и понимает она, что если сейчас заберет подачу соперника, то дело в любом случае дойдет до третьего сета. И Закарлюк, в свою очередь, хочет завершить эту историю сразу. И что, двойная ошибка, да? Марьяна ошибается. Да, перехвалили, Эльдар, мы с тобой подачу украинской теннисистки. И двойная ошибка, в связи с чего 5-3. Заявку, неплохую заявку делает Рутуя на победу во втором сете. Я, Расминда, Хазар, Бошале, Узнен, Соксен, Утуаркла, сет. Сеттегі есепті теністіреді, әзірше 5-3. Көрейік. Закарлюк осы ойында 2 рет Хошаленің соққыларын ұтып алғанын еді. Міне, қазірді бастамасы жаман емес. 0-15. 0-15 Рутуйға абай болу керек. Сол ойды ұстап тұру арқылы да қазір Рутуя көп қателесуге. Болмайды. Міне қазір бірінші соққы өткен жоқ. Екінші соққы Закарлюк. 0-30. Міне. Нағыз қызықтың өзі. Бүкіл күшті осы геймге салу керек. Тамаша, эйс 15-30. Бұл Бошаленің бірінші эйсі. Отыз. Енді Закарлюк қосу керек. Қателік. Өте қиын сәт қазір. Қош әлі үшін. Ұтылға болмайды. Тамаша, Винерс, 40-30. 3-1 ұпай қатарынан Бошаленің қоржында. Қазір және бұл сет пойнт. Сет пойнт. Бірінші рет, бірінші кортта 3 сет көруіміз мүмкін. Ол үшін нағыз табандылық танытқан Бошалені де мақтап айтуымыз керек. 40-30.
Сет пойнт, Закарлюк. Тамаша бастап еді бұл геймді. Еп! Есептенесті. Сет пойнтша 6-3. 3-6. Ендіше құрметті инспорт ел арнасын көрімендері. Біз сіздермен бірге 3-ші сетті тамашалайтын боламыз. Бошале Рутуя Индиядан келген теннисші алдарыңызда. Және Мариана Закарлюк Украинадан келген теннисші арасындағы матч 3-ші сетті жалғасады. Барлығы қателесетінін естен шығармау керек. Тіпті ең мықтымыз да. Шешім қабылдаудан бас тартпа. Бізді күтетін керемет эмоциялар үшін. Бізді шынымен де жанды ететін эмоциялар. Кейде дұрыс таңдау жасау оңай нәрсе емес. Шешім қабылдаудан бас тартпа. Жолдың аяғында бізді күтетін керемет эмоциялар үшін. Бізді шынымен де жанды ететін эмоциялар. Ғаламат тарихтарды жақсы көресің бе? Әлде спортты сүйесің бе? Кез келген құрылғыдан көруге болатын BTV-дің 130 арнасынан және 20 000 телехикаясы мен фильмдерінен ұнатқаныңды көр. Құрметті көрермендер, біз үшінші сетке де келіп жеттік. Мариана Закарлюк негізі екінші сеттің басында жақсы ойнаған, бірақ брейк екінші сеттің ортасындағы екінші сеттінде тағдырын шешіп кеткен еді. Бірінші сетте Закарлюк керісінше екі брейк жасап, бір брейк беріп қойған екен. Енді көрейік, бәрі жаңадан басталады, бірақ қателесуге болмайды енді. Закарлюк өзі бастайды үшінші сетті. Мариана Закарлюк. Бірінші соққыдан қателесті Закарлюк. Енді екіншісі тамаша 15-0. Бірден 0. Үлкен тайбрейк. Енді екі соққы Бошале еншісінде. Бұл енді формат. Осы турнирдің форматы сондай, квалификациялық ойындарда егер бірінші сеттан кейін тең есеп болса, онда үлкен тай-брейк көреміз. 2-0, тамаша. Қарсы бағытта бағытталған Закарлюктің соққысы және бэкхенд Бошаленің допты ара салынды. 2-0. Аут. Екіде бір. Тамаша. Бошаледі өзінің екі мүмкіннің біреуін ұтып отыр. Және де бұл 10 ұпайға жалғасқан үлкен тай брейкте. Бір мини брейк жасаған. Мариана Закарлюк бір табан жеңіске алды, бірақ ол үшін әлі еңбек ету керек, өте көп еңбек ету керек. Екі бірдей мүмкіндік Марианада. Кім ұтса, сол квалификацияның финалына жолдама алады. Ол ойындар әрине ертен біздің телеарнада да тамашалай аласыздар. Тікелей эфирде. Ақпанның 27-сіне дейін осы Forte 60 Women's турнирі жалғасады. Екінші мүмкіндік. Абай бол көрек Марианнаға. Үшінші реттен топты ойынға қосалмай жатыр. Әрине қобалжу бар. Бір ұпай ойын тағдырын шешіп кету мүмкін. Міне қосарланған қателік.
Тағы да қателесті Марияна Закарлюк. Есепті теңестіріп отыр. 2-2. Енді бір мүмкіндігі бар. Үшінші рет қатарынан өтпей жатыр. Марияна. Керек кезде осындай соққылар дармай қалады. Міне өтті. Аут жоқ. Міне. 2-3. Қош әле алға шықты. Негізі үлкен тайбрейк Марияна Закарлюк керемет бастап еді. 2-0 есебімен алға шығып, мини-брейк жасап, одан кейін міне қараңыздар, бірден 3 ұпай Бошален еншісінде кетті. 2 мини-брейк, бір өзінің соққысы және есеп 3-2. Енді Бошале 2 рет допты ойынға қосады. Бірінші мүмкіндігі. Тиді Закарлюк, тамаша. 3-3. Қазір енді сәл дем алады. Тенші қыздар, мына соққысы енді әдемі болды. Бекхенттен дәл қарсылас күтпеген аймаққа бағыттап есепті теңестірді. 3-3. Бұл тенші қыздар келесі айналымда Наги Хатанани және Анастасия Поплавска арасындағы жұптың жеңімпазымен кезігеді. Және де бұл ойында ұтқан тенші қыз негізгі айналымға жолдама алады. Негізгі айналымда өте жақсы тенші қыздар бар. Тимея Бабаш деген венгриялық, Грет Минен бельгиялық, және біздің қыздар Жібек Құланбаева, Гузаляна Динова деген ару қыздарымызда бұл турнирдің басты кубогында сарапқа салады. 4-3. Бошале 7-ші ұпайды ұтып алып, есепте алға шықты. 4-3. Енді Закарлюк бірінші жақсы мығым соққылары керек қой мұндайында. Төрт. Есепті теңестірді Закарлюк. Салқынғанды, эмоцияға ерік бермейтін қыздар. Деңгейлері шамалас. Бірақ алаңда қарсылас. Закарлюк пен Бошале 9-ші ұпайды сарапқа сала және 5-4. Закарлюк алтта. Мінекей, екі жақсы соққы, екі керемет соққы және Закарлюк есепте алдыға шығып отыр. Нағыз жүйке қоздыратын ойындардың бірі. Енді Бошаленің екі соққысын көреміз. Бесте бес. Есептенесті қайтадан. Үлкен тайбректе әлі теннисшілер 2 доп айырмасымен алға шыққан емес. Закарлюк ең басында 2-0 есебімен алға шықты, сосын болды. Есеп жақын бір-біріне. Теннисші қыздар қазір 5-5. Өте маңызды ұпай. Және де мини-брейк. 6-5. Закарлюк алға шықты.
Ну что ж, дорогие зрители, третий сет, он же короткий сет, поскольку отборочный раунд у нас, первый отборочный раунд в рамках Форта 60, и счет становится 6-5. Итак, 7-5. Марьяна Закарлюк забрала подачу соперницы и сейчас попытается реализовать свою подачу. Очень интересная концовка нас ожидает. И браво! Здесь Бухошале, как она принимает, как она сумела принять достаточно тяжелую подачу соперницы. И сокращает отставание. 7-6. Становится интересно. Я напомню, что это первый матч в сегодняшнем игровом дне, который дошел до большого тайбрейка, то есть до третьего сета, скажем так. И сейчас на подаче Бухошале. И ошибается Закарлюк. Счет становится равным. По 7 очков в решающем большом тайбрейке. Недовольна сейчас собой Марьяна Закарлюк, но не нужно поддаваться эмоциям. И сейчас нужно просто собраться. Марьяне. Иначе норовит она вылететь уже в первом квалификационном раунде. Аут. Хотя казалось, что попадает в линию Марьяна Закарлюк. Восемь семь в пользу Бухошале. И сейчас на подаче Марьяна Закарлюк. Все может измениться. Самый последний момент, поскольку сейчас за каждое очко будут биться теннисистки. И, к удивлению, Марьяна сейчас уступала, но сумела сравнять счет по 8. Мощная подача у Закарлюк, мы об этом говорили уже в предыдущих двух сетах, но, как мы видим, соперница адаптировалась в середине второго сета под подачу соперницы, под подачу Закарлюк, и Бухошале показывает хороший уровень адаптивности. Счет по 8, вторая подача. Прекрасно, прекрасно. По углам. Пробивала, пробивала Закарлюк и все-таки заставила ошибиться соперницу. 9-8. И это матчбол для Закарлюк. Все в руках. Сейчас Рутуи Бухошале. Я напомню, что если сейчас счет сравняется, то до двух очков будут биться теннисистки. И да, по 9. Небольшой перерыв, есть возможность передохнуть, восстановиться, проанализировать игру. Показывают нам крупным планом индийскую теннисистку. Сумела она вернуться в игру после первого сета, который, казалось бы, нам говорил о том, что здесь для Марьяны Закарлюк будет легкая прогулка, но не тут-то было.
индийская теннисистка не зря выиграла в крайнем турнире на домашнем стадионе, на домашней арене в Индии W25. Браво! Забирает очко Госале и выходит вперед в этом матче. И есть хорошая возможность сейчас у индийской теннисистки выбраться дальше в финал квалификационного раунда. А Закарлюк будет подавать матчбол Урутуи. И ошибается Марьяна Закарлюк. Вот это да. Кто бы мог подумать. Рутуя Бросале побеждает свою соперницу в решающем большом тайбрейке. И, увы, на этом выступление Марьяны Закарлюк заканчивается на турнире в Нур-Султане Форте 60 Women's. Очень жаль. Неплохое начало выдала Марьяна, но потеряла инициативу. Соперница сумела дожать. Сначала выиграла во втором сете, забрав подачу Марьяны. Ну и в решающем тайбрейке в равном бою Рутуя оказывается сильнее и проходит в финал квалификационного раунда, который пройдет уже завтра. Очень быстро собирается Марьяна и сразу же покидает корт. Поздравляем! Поздравляем индийскую теннисистку с победой, с первой победой на этом турнире. А для вас, дорогие зрители телеканала InSport, этот матч вели на комментаторских позициях я, Мурагер Муратов, и мой коллега Эльдар Амамбаев. Оставляйте всегда InSport включенным, поскольку нас ждет неделя большого тенниса. Практически каждый день в 10:00 стартует игровой день, и нас ожидают очень интересные встречи. В будущем уже завтра разыграют первые путевки в основу, то есть в главный турнир. Также хотел бы я вас призвать, зрители, посетить центральный теннисный стадион, который находится в городе Нур-Султан, где проходит этот турнир. Вход абсолютно бесплатный, с вас требуется лишь крутое настроение и зеленый статус в Ашике. Всего вам доброго и до свидания.